Всем привет! С вами канал Art Mania, и сегодня мы с вами рисуем небольшой такой простой чизкейк. Такой состоящий где-то из 3-4-5 даже, наверное, цветов. Не знаю, беленький можно посчитать, нельзя. Вот, ну такой очаровательный, ну как бы да, довольно простой. То есть бывают кусочки посложнее, но здесь я выбрала попроще, чтобы вместе с вами его нарисовать. Так, нам с вами также понадобится ластик. Любимый карандаш. Это должен быть мягенький. Как бы не совсем. Ну, вот обыкновенный, да, карандаш. Чтобы стирался легко. Кисточки. Это я потом по ходу покажу. Акварель, бумага, ну и оставшиеся кисти. И давайте приступим. Да. Еще хорошее настроение обязательно. И любимая музыка. Я буду рисовать под музыку, а вы со мной будете повторять. Если у вас какие-то есть вопросы, вы можете написать их в комментарии. И в следующем рисунке я на них отвечу. Вот. Давайте так будем делать. Теперь мы начинаем потихонечку все лишнее стирать. Маленькие сначала кусочки между ягодками стираем, а потом начинаем постепенно стирать разные ненужные детали и, соответственно, карандаш в тех местах, где он более силен, вы нажали или четко более. То есть карандаш должен быть еле заметным лично для вас, потому что будет некрасиво, когда вы нарисуете, и тут окажется, что вы где-то там не стерли карандаш, ну, некрасиво будет. Поэтому мы начинаем с вами все стирать, чтобы карандаш был еле-еле-еле заметным. Все с вами стерли. Теперь мы берем кисточки. У меня самые обычные из Ашана. Здесь у меня четверка. Набираем сначала немножечко воды. И начинаем рисовать сверху. Сначала начнем с ягодок. Немножечко воды. Вот рисуем их в разных
местах, чтобы у нас каждая ягодка была как будто, чтобы, вернее, смотрелась каждая ягодка как будто по отдельности, а не сплошняком. Ну вот, смотрите, наш скетч готов. Такой получился довольно красивенький, необычненький. Видно, что такой вкусненький. Еще можно, наверное, знаете, тут немножко подрисовать точечки. То, что тут вот есть крошки у нас. Так вот. Вот. Можно еще там и сверху чуть-чуть вот тут подштриховать, там уже кто как хочет. Но я хочу, чтобы у меня вот тут она была белая. Вот. Белая акварелька у меня есть, но я решила ею нарисовать. То есть, ну, стараюсь не пользоваться ею. Вот. А, на мой взгляд, получилось очень довольно красиво. Можно еще немножко по бокам здесь сбрызнуть, как, допустим, мы с вами брызгали в прошлый раз, вот рисовали такой рисунок. И вот тут по бокам я потом немножко сбрызнула краской.
Здесь тоже так можно сделать. Я подумаю насчет этого, сделать или нет. Ну, не знаю, мне и так нравится. Обязательно поставьте свою подпись вот здесь, вот, или может быть здесь, может быть, кто-то в серединке даже поставит. А, вот. Также я очень жду ваших работ. А, вы можете мне их отправить на почту или ВКонтакте. Вот. Либо напишите в комментарии, где бы было бы вам удобнее отправить их. Вот. А ВКонтакте у меня есть специальная группа «Самарский мир живописи». Там будет этот ролик тоже, также фотография та, с которой мы с вами срисовывали. И вот эта фотография будет. И также я сделаю папочку, где вы сможете свои работы выставлять. Мне будет очень интересно посмотреть, узнать, что вы рисовали вместе со мной. Мне будет очень приятно. Вот, не буду задерживать. Ролик, наверное, получился длинненький. Спасибо, что вы рисовали вместе со мной. Спасибо, что смотрите. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был канал Art Mania. И всем пока-пока.